Здравствуйте, приветствую всех. Добрый вечер. Знакомьтесь, вот такая ведьмочка ко мне прилетела. Ой, чего я твою метлу зацепила? Вот такая красотка ко мне прилетела и сказала, давай будем жить вместе. Я читаю ваши комментарии и понимаю, что к нам добавились на канал много новых людей. Мне вот просто интересно, одна такая вещь, спрошу, да, потому что я, в принципе, новичок на Ютубе, я так считаю, только с конца июля канал молодой, канал развивается, но мне вот интересно, кто как меня находит и откуда добавляется, потому что сегодня был такой интересный комментарий, но почему-то я могу этот комментарий видеть только, когда я захожу в Ютуб-студию, а когда я захожу просто в Ютуб, то этого комментария не видно. Там был такой комментарий, что за пентаграмму носишь на себе, душу дьяволу продала. И смех, и грех. Я так понимаю, что кто-то, кто это написал, человек новый на канале. Мне так интересно, признайтесь, пожалуйста, в комментариях, как вы меня нашли, от кого вы пришли, как вы вообще этот канал для себя открыли. Просто мне интересно, да, потому что вот то, чего многие так боятся, как правило, это было испокон веков так, да, то, чего люди не знают, люди этого боятся. Вот почему-то все думают, что такая пентаграмма, она с чем-то сатанистским связана. Смотрите, у меня даже ведьма моя, и та смеется. И та думает, ну, рассмешили. Я не только это ношу, мы еще это и даже продаем. Это 925-е серебро. Это пентаграмма, которая является оберегом и защитой. Эта пентаграмма не является чем-то дьявольским. Вы знаете, что по знакам гороскопа, знаки гороскопа, точнее, можно разделить на стихии. Вот это и есть эти стихии. Земля, огонь, вода, воздух и душа. Либо, как еще называют, я, в принципе, тоже говорю, не всегда пентаграмма, я часто говорю пентакль. Опять-таки, да, имеет какое-то отношение к эзотерике, но в этом нет ничего страшного, либо чего-то злого. Вы так уж не переживайте. Меня так развеселил ваш комментарий, что я даже не удержалась и решила сегодня даже на этот вопрос ответить. Я хочу придумать имя своей ведьмочки. Придумать пока не могу. Помогите мне. Может, есть у кого-то какие-то идеи. Она у меня, кстати, нарядилась, уже ждет Новый год. Посмотрите. Давай выключим свет, покажем, какие у нас огоньки. Я, кстати, сейчас нахожусь в гостиной. Там вот, где я говорила, что у меня еще люстры нет, есть стол, есть елка, есть мебель под телевизором. Но зато скоро добавится очень много ведьм. Потому что я взяла полки, купила такие полки на стену. Эти полочки мы полностью заполним ведьмочками. И тогда будем по возможности делать обзоры вечером из дома. Может, даже и лайвстрим. Но лайвстрим как-то вот я, честно вам скажу, как-то мне вот, как же это правильно сказать? Не боюсь, а как-то вот все равно не знаю. Не знаешь, как это, как же это правильно сказать? Как, например, на это отреагируют мои домашние, да? Например, я делаю лайвстрим, здесь раз тебе гости. Давай выключим свет, покажем, как мы готовимся к Рождеству, да? Потому что послезавтра уже Рождество. Мы купили такую индюшку большую. Ну, как большую. Я взяла поменьше, меньше, чем мои глаза хотели. Почему? Потому что боюсь, что она просто не поместится в духовку. Но, тем не менее, мы нашли одну, которая весит 7,5 килограмм. Я думаю, что мы ее начнем в пятницу уже в обед готовить. Мы справимся очень быстро в Гослере. Сделаем все дела, упакуем посылочки, все подготовим. Потому что во вторник посылочки мы отправляем. И затем будем куховарить. К нам придут гости. Придет моя мама, придет Рита, я очень надеюсь. А я их буду ждать. Вот примерно к 8 вечера все соберутся. И тогда будет у меня такой званый ужин здесь. Так интересно, потому что первый раз. Сейчас выключу свет и покажу вам, как это все в темноте светится. Давай покажем с тобой, да. Все в огоньках. Там тоже в огоньках. Видно, да? Такая
небольшая экскурсия по квартире. У меня здесь, кстати, с обратной стороны елочка. У меня получилось елочку немножко выровнять, но она все равно так под очень большим вопросом, такая подозрительная елочка, я бы сказала. Сейчас вам покажу. Вот. Сидим напротив елочки. Елочка, в принципе, мне кажется, дома ничем не отличается от елки, которая в магазине. Я сегодня делала обзор гардин. Я уже вижу реакции, комментарии. Молодцы. Завтра буду показывать дальше все красивые, интересные вещи. И будем постепенно переходить уже в весеннюю коллекцию. Но пока, мне кажется, еще нужно поработать с зимней коллекцией. Как я уже сказала, я купила две полутораметровые полочки на стену. Я хочу их в этой комнате, я, в общем, хочу гостиную сделать такую с ведьмочками. Потому что когда Рождество, Новый год, все это пройдет, тогда, мне кажется, даже как-то здесь будет пусто. Поэтому мы решили подселить подружек, подселить ведьмочек сюда. Не знаю, насколько вам это будет интересно, пишите в комментариях, как вы к этому будете относиться, если мы будем делать обзоры ведьм из дому. Я люблю зиму. Зима, я считаю, это очень волшебное время года. И мне кажется, вот когда находишься дома, тепло, уютно, берешь магическую чашку чая, наслаждаешься и при этом делаешь лайвстримы, ну что может быть еще лучше? У нас 25 декабря, это считается первый день Рождества. 26 декабря, второй день Рождества, это выходные дни. В это время магазины не работают, но в субботу с обеда я приду обязательно на работу. У меня, кстати, к вам еще один вопрос. Как вы относитесь к тому, чтобы сделать лайвстрим немножко пораньше? Если вы сейчас напишите «нет, мы работаем, делаем 18.00», тогда я сделаю 18.00. Если вы скажете «до субботы, в принципе, все равно, можешь делать и после обеда, можешь делать и в 3 часа», то сделаю тогда лайвстрим в 3 часа в субботу, потому что по факту магазин будет все равно закрыт. Но я буду присутствовать на работе. Это 25-я суббота, вот суббота, которая будет. Потому что 24-го мы приготовим индюка, да, еще придумаем, что нам к нему приготовить, будем ждать гостей. Новый год я уже знаю, где я буду отмечать и с кем я буду отмечать. Но там я буду, скорее всего, делать шубу и уточку. То есть я приду в гости с фаршированной уткой и шубой, потому что очень любят мою шубу, поэтому сделаем. Задание выполним. Ну, так, в принципе, уже планы до конца года все расписаны. Мне просто важно знать ваше мнение. Кому хочется лайвстрим в субботу в 6 вечера, а кто считает, что можно начать и в 15.00? Очень буду рада. И еще у меня такая просьба, придумайте, пожалуйста, имя моей ведьмочки, которая ко мне прилетела и у меня поселилась. Это у меня, я бы сказала, первая ведьмочка здесь. Очень люблю таких ведьм. Сегодня, кстати, пришла женщина и взяла для своей внучки такую же, только в малиновом, как подарок. Также мне уже пришли сообщения. Германия постепенно получила посылки. Молодцы. Кстати, вот Оксана, так удивительно, да? Я тебе одновременно отправляла 3 посылки, а пришла пока только одна. Как они это делают, я не знаю. Но как-то справляются. Мои хорошие, я вам всем желаю хорошего вечера, хорошего настроения. Новенькие, еще раз скажу, новички на канале, не бойтесь, пожалуйста, пентаграмм. Это оберег, это что-то доброе, это не что-то злое. В обратном виде, в перевернутом, да, но не вот так. Я смотрю, к нам добавилась Франция, к нам добавилась Италия. Россия лидирует по статистике в Ютубе. Украина тоже, число подписчиков растет. Также я смотрю, что нас смотрит Казахстан. Хотя я знаю, мне девчонки пишут Узбекистан, Кыргызстан, Якутия, Люсия, вам отдельный привет. Фотографии с обувью вашей национальной. Просто супер, мне понравилось. Вы представляете, придется человеку ехать посылку забирать в соседний поселок, потому что в их поселке минус 50 градусов. Люсия, мы здесь все мерзнем, у нас минус 5. Минус 5, ну так холодно, я сегодня была в Вольсбурге. Я видео делать не могла, я держала вот так вот камеру, и у меня руки
не то что замерзли, они у меня просто болели. Вот настолько было холодно. Я даже себе представить не могу, а как это 50, минус 50. Но вы знаете, вы присылаете такое количество красивых фотографий, что я вам честно скажу, я действительно вот планирую, это нужно хотя бы раз в жизни увидеть. Я думаю, что мы когда-то увидимся. Я думаю, что обязательно приеду. Это, конечно, не в скором будущем, но я думаю, что когда-нибудь, но это свершится. Мои хорошие, всех целую, всех обнимаю. Буду рада вашим комментариям. Пожалуйста, пишите по поводу субботы, по поводу лайв-стрима. За пентаграмму я на все вопросы ответила. Всем хорошего вечера. Пока!